Женщина кормила цыплят в приюте, когда увидела маленького детеныша, гуляющего в одиночестве и без защиты. Женщина работает волонтером в приюте для животных Джулианы в Колумбии и является сестрой основательницы Джулианы Кастаньеды Тернер. Она немедленно взяла щенка и пошла на поиски Джулианы, которая посоветовала ей проверить остальную часть собственности на наличие других собак. Через некоторое время они нашли брошенный в поле белый мешок. Когда они развернули его, то обнаружили еще трех щенков в плачевном состоянии. Они думают, что им всего 5 недель. Животные были очень слабыми от голода и обезвоживания. Они также были покрыты блохами. Кто-то забрал 4 детенышей у матери и оставил их умирать. Если бы не тот щенок, который каким-то образом сбежал и был замечен сестрой Юлианы, возможно, их не нашли бы живыми. Их сразу отвезли к ветеринару для наблюдения за их самочувствием, применения вакцин и дегельминтизации. К счастью, собаки были здоровыми щенками. Теперь, когда щенки попали в хорошие руки, Джулиана надеется, что малыши скоро станут совершенно здоровыми, прежде чем они начнут искать своих вечных хозяев. Если они не найдут себе дома навсегда, они останутся в приюте. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.